Я сделал ролик. Ну так включай его, дубина! Надоели сраные ЕГЭ и ГИА? Хочешь ничего не делать и не написать на два? Хочешь принести на экзамен телефон? Или хочешь на дефиш экспресс все шпаргалки в нем? Может быть, ты хочешь узнать точный ответ? Как пройти экзамен и списывать? Нет! Прямо сейчас я отвечу на все вопросы, следы и не сможешь списать ЕГЭ. Если мама заставляет делать и писать домашку, пишу все с ГДЗ, пока она гладит рубашку. А если вдруг учительница завалит тебя, то в речи там можно я наставить ведь. А если репетитор непонятно объясняет, говорит, что ты твой, мама покрывает, то возьми слабительное и посыпь кофе. Проходит 5 минут, и ты уже свободен. Надо шпоры быстрее клепать, чтоб экзамен ты смог не залажать. Делай шпоры, делай шпоры, делай шпоры, делай шпоры, 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 шпоры! Шпоры из горения пай, дисковки возьмёшь, смотри, не налажай. Никто не стал учить, это не наш вариант. Я не стал волокачи, поможешь, но ночью полезу в кабинете ректора. И буду воровать ответы на грех, как учи, не хочу перейти в оплайне. Теперь у меня есть ответы на экзамены. Elevator music, the bills are due. 50 times around the block, you've seen it too. 7 cups of coffee and the traffic jam. I got sick of living this mundane life, oh.